Здорово, братва! Ну что же, в прошлой серии мы остановились на том, чтобы сделать ход. И мы его сейчас сделаем. Серии первая и вторая записаны с небольшим промежутком времени, поэтому если я не отписал какие-то комменты вам, и в игре во второй серии вы не увидите каких-то движений, по которым мы с вами, например, в комментах обсудим в первой серии, то я думаю, это ничего страшного, потому что первые две серии все равно будут такие разминочные, так или иначе. В частности, вот этот вот Доброслав должен во что бы то ни стало захватить какой-то город здесь, в Италии. Все, поехали. А вот это уже интересно. Давайте заглянем в наше гинекологическое дерево. 33-летний чел взял в жены 20-летнюю девчонку, Никослава. Как интересно. 26-летний взял 22-летнюю. Но этот любит поопытней. Хотя, что там, 22 года. Хотя, кто его знает. Тем не менее, у 20-летней Никославы родилась дочь. Валерия. Так, а Станка? Станка. Какое имя, это прикольно. Вот, значит, что у нас? Ага, союз. Так, подождите, у нас... А, право торговли есть. Все-то, я уже думал, что-то я... Подожди, что-то думал, я право торговли не заключил. А, венецианцы. Византийцы начали с отобегами войну. Угу. Ну что ж, пускай хлещутся. Наш купец 83 золотых начал поднимать с этого мрамора. Пока, по-моему, это максимум, что возможно. Нет, нас хорваты будут прессовать, это стопудово. Давайте попробуем продвинуться вперед. Вот, мы видим с вами. Вот что мы видим. И это даже лучше, чем... Это даже лучше, чем вот этот городок. Хотя этот городок тоже был крутой на самом деле. Я считаю, что... Так, черная смерть. Персонажи, жители убиты. Надо срочно нанимать людей. Нас будут прессовать хорваты. Нас будут прессовать хорватики. Венгрия. А, Венеция, купец. Так, давай, пойдем сюда. Бабский посол. Так. А если папа римский захочет, а если с союзом? А может, союз заключим? Да. В таком случае, после того, как мы начнем какую-нибудь драку, я подозреваю, что державы католические будут отлучены от церкви. И папа римский будет им все время говорить: ребята, прекращайте. Начавшую войну Шотландия, Англия, Римская империя, Венеция, Королевство Франции, Королевство Англии. Венеция. Там такая куча. Может, даже эти хорваты, они к лучшему, что они здесь находятся. Давайте посмотрим. Угу. Нет, хорваты ни с кем еще не начали. Англичане, французы, Шотландия. Так, опа. Почему священник не может убить священника? Вот что мне интересно. Ха. Впереди нас ждет небольшой плюс по деньгам, но я подозреваю, это из-за того, что у нас погибают солдаты. Вымирают. Ну что, сейчас будет у нас построиться этот... таран, и мы штурманем вот этих пацанов. Итальянские оруженосцы. Давайте сохранимся и ходим. Нам нужен таран и уже начать колбаситься.
земли Англии, да, что-то там, видать, их прессуют. Даже две России завоеванные, римские, Василевс, русские где. Почему-то в начале кампании все подыхают. Ну чё, когда же вы прекратите подыхать? Ха! Куманские метатели копья. Было бы здорово, если бы они выпрыгнули, конечно. Наемные, да, корабли? Или нет? Это кто еще? А, это наш. Прикольная фигурка. Тем временем мы ждем, когда кончится чума, да? Чума, чума. Чума, чума. Ту-ту-ду-тун. Чума, чума. Тан-да-дан-дан. Чума, чума. Нет, чума это одно, другое, что нам надо на самом деле поворачиваться в сторону Польши и вот этих славянских государств, как-то может с ними коннектс. Лиссабон. Блин, далековато. 2000, чтобы это сделать. У меня аж карта притормаживает от такой нагрузки. Так. Ну чё, погнали биться. Биться, молотиться. Кто противостоит нам? Покажись! Назови свое имя! Чедерно. Чедерно. Ужасное имя. Ну, конечно, мы сразимся, проверим наших пацанов, истощенных чумой, в битве. Поехали. Ну и, собственно, поехали. Так. Вперед. Вперед. У этих топоры. А у наших копья. То есть получается, за счет того, что у нас топоры, а у них копья. Вот эти наемники-то они как раз и потолще. Хотя они вроде славянские наемники, легкая пехота также называются, но, видимо. Другие у них приоритеты, предпочтения. У них предпочтения необычные, скажем так. Давай, мочи. Да! Сейчас стену еще разломаю. Есть, слышу, упала стена. Все, поехали. Бросай в атаку. Нет, не так. То есть сюда. То есть сюда. Сюда. Вперед. Не надо давать возможности стенам лишний раз нас обстреливать. Ну и что, погнали. Я бы подогнал сюда наших конюхов. Конюхов. Дал бы им возможность отстреляться. Так, может быть, даже и вот эти. Вот эти тоже, пацаны, могли бы помочь. Давай. Ж, такие у них шапки-ушанки, ё-моё. Одного скосили даже. Смотри, что творят. Давай, больше friendly fire. Двоих уже загнобили. Так, вот этим парням надо вырваться из окружения. Точнее, из толпы. И проработать. Проработать. Нет, даже проработать лучников. Со всеми зацепились. Рендлик тоже идет. Давай все по коням.
без... А ну-ка. А вот так уже интереснее. Опа! С топора. Как хорошо-то. Вот и все. Вот и закончился обстрел. Наши лучники очень аккуратно стреляют, заметьте. Стараются. В атаку. Ох. Опа. Так, надо прекращать стрельбу уже. Кажется, Friendly Fire все равно дает о себе знать. Вперед. Ох как. Гасим лучников. И затем всех, кто остался. Я думаю, что мы как медленно играем. Все. Продолжить битву. Продолжить убить всех. Все, давай, подъедаем. Вот так. Дадим тоже возможность коннице пострелять. Давай. Пулеметчики. Пулеметчики в мои. Гранатометчики. Добить. Хороший чардж. Хороший чардж у них. Отлично пробивают. Восполнено, потеряно. Даже смотрите-ка. Немножко. Несколько человек было ранено, их перевязали и утащили с поля боя. Брандиси поселок наш занимаем. Так, занимаем. Улучшение характеристик. Доброслав, плюс один к благородству. То, что вы сделали, большой грех, милорд, пустяки. Минус два благочестия, плюс один к волнениям. Ну, ё-моё, он становится у нас... Он становится этим. Высокий, очень высокий. Он становится полководцем, таким макаром. О, а тут же у нас европейцы. Нифига себе. 100 лет прошло, они нисколько не изменились. Балканский городской стража. Дозорный пост, итальянское ополчение. Бордель. Ха. 320. Блин, это наши копейщики. 8.17. Ну, крутые, крутые, базара нет. У меня есть 200 рублей, я хочу поставить башню сюда. Так, теперь мы видим наших соседей. Также знаем, что... Подозреваем, что вот с этой стороны есть еще один город. Также еще один город есть здесь. Хорошо бы сюда добраться. Сейчас мы этим займемся. Так, вот эта конница. Давай-ка. Ох, нифига себе. Сицилия атакует. Сможет ли Сицилия атаковать? Может, убавим налоги?
возьмем солдат. Вот этих. Вот этих и вот этих и попробуем. Вот так встать. Ну а здесь нормально все. Посол. Отлично. Но посла мы наймем не здесь, а скорее в столице. Отправим его на Русь. За Русь с Сигой подтянусь. Вот пускай идет и договаривается. Фуф, отлично. Ну что, делаем ход. Венгрия предлагает нам торговый договор. Возьмем. Ну-ка, а что насчет карты? А, невыгодно. Ну, идите отсюда. Опять, что ли, кто-то помер? Черная смерть. Когда же мы выздоровеем? Близок к двору. Плюс один дипломатия. Угу. Плюс один к линии видимости, на котором враги становятся заметным, при личной безопасности. Ну, конечно, посол. Посол у нас, что ему там, личная безопасность? Ну, могут убить, конечно, но я думаю, это не часто происходит. Давайте дойдем до французов. Где-то здесь должно быть. Имперцы. Трактир, бордель. Купец. Пища. Так, найм. Найма нет. Ладно, подождем. Неаполь, Сицилия. Так, а что у нас тут? Ёкарный бабай. Сицилийцы. Уже их территория. Нифига себе. Два сицилийских... два сицилийских, значит, города уже здесь. Мне кажется, Неаполь надо забирать будет. Ценой войны с Сицилией даже. Даже так. Чё стоишь? Иди отсюда. Студак Морович. Нет, не нужен он нам. Венгерский купец. 104, смотри-ка. Начал прокачиваться. Здесь есть вино. 61. 37. Ну ты совсем опустился. Совсем опустился. Вино, я хотел вино. Ну ладно, если что. 3 копейки разница. Это фигня по сравнению с Южной Америкой. Где золотые прииски. О, как. Прикольно. Надеюсь, предательство не последует. Ну что ж, сохраняемся. А, Папа Римский не вступится за нас. Этот союз немного значит.
По той причине, что мы же не являемся католической фракцией. Надо же так ошибиться. Так, венецианский король окуклился. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Проходит, проходит. Проходит чума. Завершение обучения. Ну да. Англия, королевство Леоны, Кастилия. А, отбились. Ну все. Адиос, амиго. Теперь мы будем брать это здание. Этот город. У нас с вами... Блин, не хочу я нанимать их. Не хочу. Давайте поправим наших пацанов. Одного наймем. Сто восемнадцать. Прикольно. Так не набирается, типа, а так набирается. А, так. Сто с чем-то, давай. Так, надо бы одного еще нанять. Нанять бы кого-нибудь покрепче, да? Ну что, придется вот этих нанимать. Сербских тяжелых копьеносцев, а ничего, у них хотя бы поменьше, чем у наемных наемных копейщиков стоимость содержания. Вот не верю я им, не верю. Так, ну что, сейчас мы делаем ход. Давай, Кава, к нам. Делаем ход и берем Неаполь. И это прекрасно. Сохраняемся. Пошли быстрее за Неаполем. Нет, возьмем копейщика, так или иначе. А вот и Русь подоспела, предлагает торговлю. Ну что ж, давайте согласимся. Что там по карте? Невыгодно, никто не хочет. Ну ладно. А союз? Щедрое предложение. Ну, давайте, предложим. У нас с вами... Противники Польша. Нормально. У нас с вами все-таки цель-то захват торговых акваторий Северной и Южной Америки. Ну, так я думаю. Одна из целей, да? Кроме победы в компании. Хотелось бы победить компанию. О, берем. Вот этого нам, пацана, надо. Губернатор в процессе обучения торговли минус 5. Да, скорее он воин. Скорее он воин, чем торговец. Граник. Стефан. Степан. А, Степан Граник. Не Граник, а Гранич. 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 Ну что, Гранич, давай дуй вот сюда. Ну что, мы выздоравливаем? Потихо выздоравливаем. И атакуем. Против нас выступает капитан Лоренцо. Не очень большая это у нас при. Не очень большое у нас и преимущество. Ну, ничего, зато можем всех наемников отправить к праотцам. Поехали. Ну что, может быть, в старые добрые времена ломанемся в ворота? А потом уже полезем на стену. Давайте ломанемся, почему бы и нет. Бросай. А, нет. Вы тащите их. Вы их тащите, но
потом бросите. Вот так сделаем. Да. Слабый какой-то ран. Вперед. Поможем братьям. Бросай. Воротам. Есть. Заходим. Вперед. А чё, масла нет? У них же получается, может, у нас получится. Больше friendly fire. Вперед. Добейте оруженосцев. Где их капитан? Найдите и убейте его. То, что надо. Рукопашечка с лучниками. Гаси. Давай, старый цыган. Давай, цыган, мочи. Бей лучников. Кто там еще стреляет? Никто не стреляет. Это стены. Так, пора сюда загнать ребят. А, у нас же вышли ребята со стены. О, отлично. Спускаемся. Спускаемся, поддерживаем. Вот это мясо. В натуре орда. Прям в пузо. Еще раз. Это он пинул. За это ты будешь убит. О, хорошо. Слушай, вот этот в красном несколько человек уже загнобил. Завалили, конечно. Пробуем прочаржить. В атаку. Наши тоже без штанов. По большому счету. Да. Отлично. Наши как бы тоже без штанов, но... Но наседают хорошо. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось нам, чтобы убрать вот эти две башни. Эту башню стреляющую. Кажется, сюда надо загонять генерала. Ну-ка, да. Пробегись по вражьим трупам. Отличный удар. Давай, братан, еще вот этого. Ой, как хорошо-то. Ой, как круто. Давай, хорошо. Опа. Промах. Капитан. Капитан получил по голове. Все, так, кто у нас остался? О, крестьяне с луками, бежим на площадь. Бежим на площадь, и наша тяжелая кавалерия тоже бежит на площадь. Точнее, не на площадь, а на перерез. Кто тут есть? Блин, копейщики. И лучники. Давай сюда.
Так, да, наемники. Опа, будильник. Пора просыпаться. Вот они, красавчики. Ну давай проверим нашего гену. Гену нашего в деле. В рукопашечке. Что чарт, что я уверен, у него хорош. Ну что насчет рукопашки? Грязные крысы. Валят серьезно, конечно. Кава, наверное, не про... Кава долго здесь не протянет. Надо уходить. Предоставить это тем, кто... кто занимается этим профессионально. Лучники, вот они. Давай, принимаем. Куда вы идете-то? Такие интересные ребята. Еще разок. Хорошо дудим. Добиваем всех. Вот так. Должны победу засчитать. Где наша победа? О, еще трое. Давай, добей. Хоп. Хоп. Помогите. Такой идет. Ну, что тут у нас? Что там у нас? Кто там у нас? Давай, что, убить что ли кого? Давай, убьем. Сейчас будет победа, и мы закончим битву. В штурм спамом через ворота. Даже еще лучники остались живых. Ну что ж, глянем, кого восстановили тут. А, до балканских лучников маленько восстановили, да. Ну, прекрасно. Мне кажется, в связи с тем, какой, во что может превратиться Неаполь, да, как город, это потери невелики. 790, ерунда. Так, давай смотреть. Доброслав победитель. Минус 1 к личному, плюс 1 к популярности. Хорошо. Доброслав, плюс 2 к влиятельности, минус 1, плюс 2 к популярности. Добросовестный наставник. Плюс 10 к скорости, плюс 1 к боевому духу всех войск. Люди рады тому, что правитель тратит силу на благородное деяние. Благородный правитель, плюс 2 к благородству. Ну вот тут парень у нас серьезно прокачался. Давайте же отремонтируем стены. О, нифига себе, прикольно. Итальянское ополчение с копьями. Просто итальянское ополчение. 1, 9, 1. 9. Навык 0. Навык 1. За одну единичку. За одну единичку этой. Броньки мы платим 40 копеек. Ну, в принципе, нормально. Ну и содержание, конечно, 50, 25. 50. Поздравляю, кстати, у нас есть порт. У нас есть порт. Мы сейчас вмажем хорошенько по налогам. Так, вот уже похоже на какую-то кассу. Ну, хоть на какую-то кассу похоже. А вот и наш порт. И в связи с этим надо увеличивать дипломатические движения. Давайте-ка сохранимся. Блин, ты где город-то у них? Ё-моё. Ё-моё. Фига себе. Так, где-то здесь города. А еще один дипломат у меня где-то должен был народиться. А, вот он. Таким макаром мы можем... Венгры. Таким макаром мы можем
торговать уже и по морю, да? Повстанческий флот, война. Надеюсь, наши союзники не дадут им спуску и загнобят. Нам нужны, кстати, солдаты. 320 содержания. Ой-ой-ой. Так, что, чума прекратилась? Поздравляю, кстати, ребят. Чума прекратилась. Здесь мы подстраиваем солдат. Здесь много славянских наемников. Тут мораль. Жалко, что показатель морали не видно. Балтийские наемные. Нужны они нам сейчас? Или купца лучше нанять? Лучше купца. Ладно. На этой серии достаточно. Я считаю, что вот то, что мы сейчас здесь ворвались так в Италию, это очень хорошо. Особенно с учетом того, что у нас с вами есть союзник здесь. Так, сейчас вот это подстроится, подстроится хлебный рынок, и у нас вот также поползут караванчики в сторону Бари. Да? Да, 200 рублей у нас нет на то, чтобы построить, вышки. Но вот поползли наши караваны. А здесь что-то ничего не ползет. А, так надо дороги построить. Ёкарный бабай. Ладно, сохраняемся. В общем, всем спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы продолжим наше сербское прохождение. По-моему, оно нифига не простое будет. С учетом того, сколько здесь народу сейчас накопилось. Ладно, всем пока, увидимся.